Собравшихся на Южном Малу в этот вечер то и дело поливал дождь и сдувал ветер. Но, несмотря на это, концерт посетили около 7 тысяч зрителей. Делегатов форума и гостей мероприятия поприветствовал глава города Анатолий Пахомов. Мы, сочинцы, очень сильно готовились к Всемирному фестивалю молодежи и говорим всем гостям из 150 стран мира добро пожаловать в город Сочи. Уверены в том, что гостеприимство Сочи и наши теплые сердца все сделают для того, чтобы всем нашим гостям здесь было хорошо. Настроение гостям создавали активные ведущие. И уж действительно разогрели атмосферу прохладного, ненастного вечера артисты, выступающие на сцене. Кто крикнул «Спойте теперь медленно»? Кто крикнул там? Да? Ты хочешь медленную песню? Так, мы вас не слушаем. Мы слышим, кто первый сказал, что вы хотите медленную? Всю ближайшую неделю в Олимпийском парке будут кипеть события сродни Большим играм 2014 года. Целый ряд мероприятий пройдет и на городских площадках.